Привет всем PC-гамерам. Продолжаем играть Kero Blaster. С вами Кэтсунэко. Мы остановились на третьей стадии. Отель. Ох-ох. Продолжим. Интересная раскраска. Дизайн уровней, так сказать, сохранено. Отель у нас, да? Отель, ох-ох. А чё я? Какой-то монстр был. Новый причем. Ух ты. Эти убитки-то понятно. Так, нужно... А вот так. Надеюсь, здесь не какой-нибудь... Не. Я в прошлый раз вылетел. Зомбик. Грязевой. Или голем. Это летучая мышь. О, ёп. Что это? Она призвала своих. Звездец. Больница Тонекава. Так, ну, еще разок, конечно. Сердечко еще купим, да? Потому что прокачка, походу, там по 500 монет. Ну, можно было пузырьки прокачать, но пока я не знаю, где их можно применить. Но все равно они недалеко. Три снимает. А это два. То есть вот эти щиты лучше. Так, мышей надо сразу долбить. Может быть, та мышь была какая-то типа мини-босса. Вниз, к сожалению, стрелять нельзя. А вот вверх можно. Во. Задолбили. Так. Ох ты ж, ох ты ж. Кто там? Ага. А как? Вон того чудика можно убить? Нет? Я. Что это? Ух ты. Ай! Сука. И у меня джойстик заглючил еще, блин. Ай, я забыл. Такой идешь, думаешь, тебе чисто монетки будут кидать. А он берет и... книжками начинает. Это этот офисный рабочий, кстати. Да что ж ты, я забыл про люстру опять. О, на шкаф можно было встать. Так, из отеля мы переходим в какие-то катакомбы. Тут у нас... Или он как бы засыпанный, что ли? А, надо было сюда шариками кидать.
Вот. Кидается кирпичами, понимаешь ли. По воде будут? А, не тонут, получается. Понял. О, сколько монет. Ух ты. А. Ну. Тут понятно, у нас босс будет. Да. О. Крот этот. А! Как мне получить те монетки? А, это мини-босс. Некоторые упали вниз. Смогу? Нет, не смогу запрыгнуть наверх. Пузырек. Что он делает? А, быстро поднимаешься наверх. Так. У нас 109 монет. Мы можем прокачать пузырьки до шариков. Увеличивает урон. Лучшее оружие для стрельбы по склонам. 150, а у нас 109, да? Пожалуй, нет. Пока. Ну, тут нам ни на что не хватит. Хотя и не надо. Нам еще 50 монет, чтобы прокачать пузырьки. Зачем это делать, я пока не знаю, но оно не помешало бы. Ух ты ж, какой молниевый. Еще при смерти что-то. Это типа как бомбы такие, знаете, корабельные, подводные. Не бомбы, а мины. Ставится на глубине. О, глубоководная мина, точно. Давай, пузырек. О. Ну тут как-то так. Так, мышку надо обезвредить. Эту фиготень тоже. Ах ты ж падла. Кусила меня. Одна жизнь. Давайте понизу пройдемся. При каждом ударе она мочит током. Ну тут я думал, что-то интереснее будет. Вот эти синие мыши не вызывают никого на помощь. Тут как вариант прохождения. По низу либо поверху. А вот это у нас
жжет. Все. Все, мне капец, не? Ни одна жизнь. Так. Надо аккуратненько здесь. Бульк-бульк. Блин, я думал, не достанет. Что-то я забываю, что кнопку можно просто держать, а не нажимать. Как эпилептик в припадке долблю по этой кнопке стрельбы. Ух ты. Жизнь дали. Так, а что у нас внизу? Диван. Больше ничего. Вот эти рыбки выпрыгивают синие, а оранжевые просто плавают. Так, опять видим колесо какое-то и черепуньку, скелетик. Я не знаю, что тут делать, поэтому он бежит сам. Остановился. Он остановился сам. Сначала сам бежал, потом сам остановился. Давай, не останавливайся. Да что такое? Ладно. Стрелять никуда не надо. В воду падать не надо. Просто бежим, бежим, бежим и все. Интересное. Момент был. Отсутствует музыка, да? Понимаете, почему? Вот почему. Это рыба-фугу. Похоже просто. Что-то адский какой-то звездец творится. Сетя пузыриками. А, точно, они всплывают. Пузырики всплывают. Еще разок. Мне ничего не надо. Итак. Качаем. Заходим в магазин. Прокачиваю пузырь до шарика. Оружие пузырь улучшено до шарик. А ну. Вот попался опять. Все пиздец. Да сдохни-то уже. Видали, сколько деться в жизни? Да рыбы еще, козлы, я не видел рыб этих. Рыбы. Ёбаные рыбы. У меня маленькие рыбки били. Желтые, маленькие. Суки. Случайно нажал. Пидораски.
Как я мог туда упасть? Сука, сдохни. Итак, дубль хрен его знает какой. Играем без читов. Пробуем опять это пройти. Любоглазово. Это вот хорошая штука начинается. Рыбы вот эти вот еще мешаются. Уи, наконец-то. Что это? Реактивный ранец, ух ты, теперь вам доступен двойной прыжок, исследуйте дальше и выше, чем прежде. Хе-хе, наконец-то. 38 минут мне понадобилось, чтобы пройти эту зону, стадию. Ух ты. Ха, как будто пукан у него там подгорает так. Ага. Так, тут уже трое, да? Третья стадия, три чумазика нужно убить. Корпорация кошка и лягушка, что-то она вообще какая-то. Смотрите, это чудовище у нее за телевизором сидело, которое... Стул, по-моему, уже грызет. А она сама в что-то превратилась, непонятно. Что у нее выпало? Я не заметил. Из глаза что-то отвалилось. Что? С директором что-то не так? Ну, хорошо. Я посмотрю. Не знаю, что и сказать. И не знаю, смогу ли я чем-то помочь. Мы еще не выполнили квоту. Так что будем пока разбираться с ней. Остался последний участок. Последний участок белой лаборатории. Белой лаборатории. Они что, прямо все белые? После всего произошедшего понятия не имею, но он справится. Ну, наверное. Стадия 4 белой лаборатории. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кэтсунеку. Оценивайте видео. Всем пока.